проверочное видео товара с Али. Первый раз заказали вещь, поэтому она вот необычная для меня, гнется. И я не знаю, кстати, где вскрывать. Она везде есть, резать нигде нельзя. Значит, будем руками, чтобы не попортить. Дальше придется взять в руки. Так. Подарочек нам тут не дали. И дальше придется уже изучать, оно ли или нет. Вытащить подарок. Давай разговаривай хоть. Я встану, может не нагибаться. Проверка хотя бы того, там оно ли. Раз, и примерно по того же размера, что обещано, или нет, это два. Ну, бросай куда-нибудь. Вот все. Равно... В камере и так куча пакетов. Визуально оно. М-ка. Европейский 38-й. У них, помнишь, на парочку меньше. Ну, швы проверяем. Тут молнии, какие-то сныканы. Работает в одну сторону. Ну, то есть, как минимум, оно. И, слушай, тряпка вроде на ощупь неплохая. Да. По-моему, стрейч даже. Да, стрейч. Швы. Для меня вот больное всегда это швы пересечения ткани. В данный момент это рукава, начало рукавого. Сейчас я поняла. Докопайся до рукава. Ну, шито неплохо, качество хорошее. Второй рукав тоже есть. Да, сейчас. Просто я давно помню, что первым делом брак был именно там, всегда, во всех китайских творениях. Ну, тоже вроде ничего. Ну, все тогда. Пока претензий нет, ладно. Делаем паузу. Ну, как видите, платье подошло. Подбирали по таблице. Претензий нет. Вот я ближе уже подошел, чтобы швы показать. Вот эта вот, где-то молния. Хитрая молния, она тоже нормально работает. Ну, как, для потайных нормально. Открыто работало бы лучше. Все швы в норме, материал хороший. Так что, как говорится, заказывать у этого человека можно. О, видит. Ты меня видишь, что я снимаю? Ага. Да, да, да. А проверка. Заодно покажу со всех сторон. Ага. И самое главное, в дождик. Такое платье после театра, еще и дождь. Сама потом и посмотришь.
Thank you.